Смерть сына Сергея Иванова. Что это? Послание российским элитам или удар по российской банковской системе? Это связано с предупреждением американцев российским элитам о выносе государя нашего Владимира Путина из Кремля. То есть дают понять, что предупреждение не шутка, и остальных ожидает нечто подобное. Очень сложный вопрос, его трудно вот так вот сейчас обсуждать по одной простой причине, что вот, с Сергеем Борисовичем находимся не в одной компании, где это доверительный разговор, пусть даже в присутствии людей, а все-таки комментарий такой публичный, поэтому не все можно как бы говорить. Что можно сказать? Это предупреждение, и предупреждение очень серьезное всей российской элите. Либо оно прекращает... элита должна определиться в плане отношений к государственности России. Соединенные Штаты — глобальный предиктор. Всех, кто пытается с ними договориться, вот Милошевич, Каддафи, Хусейн, они все заканчивают одинаково. Все. Вот. И это именно их стиль. Так что всем надо воспринять вот это вот событие, понять одну маленькую такую вещь, что если бы человек отдыхал в Сочи или в Крыму, вот этого могло бы не произойти. В 1986 году, кстати, по ряду телеканалов прошел этот фильм о судьбе Дина Рида. Дин Рид такой был общественный деятель. В 1986 году он утонул, купаясь в озере под Берлином. Как потом оказалось, это операция спецслужб по устранению Дина Рида. Но это оказалось, выяснилось потом. Но это, пожалуй, все, что сейчас можно, так сказать, публично. Два года назад я был в Ленинграде, где проходила первомайская демонстрация. Я тоже принимал участие в ней. И это были самые счастливые мгновения в моей жизни. Я принимал участие в подобных демонстрациях в Сантьяго, Риме, Берлине. Думаю, что 1 мая – это самый великий праздник, день интернациональной солидарности всего рабочего класса, всего прогрессивного человечества, день, в котором выражаются все его надежды и мечты. Я очень сожалею, что не могу быть с вами в этот день, идти в праздничных колоннах вместе с вами по улицам прекрасной Москвы. Но я вместе с вами всем сердцем, своими мыслями. Я благодарю вас, я люблю вас, желаю всем вам счастливого праздника 1 мая. Ho trovato l'invasore, o partigiano, portami via, o bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che me sento di morire, e se muoio da partigiano. Bella ciao, bella ciao, 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 e se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. Che passeranno